Всем привет! И сегодня мы поговорим о полезных свойствах арбуза. Мы сейчас находимся в Турции, и эта страна занимает второе место по выращиванию арбузов. И если кому интересно, первое место по выращиванию занимает Китай. Итак, поехали! Родиной арбуза считается Центральная Африка, и именно оттуда началось его победоносное шествие по планете. Там ломтики арбузов предлагали путешественникам, чтобы они могли утолить свою жажду. Сегодня способов употребления арбуза очень много. Например, в Китае арбуз любят есть в жареном виде, а в странах Средиземноморского бассейна любят есть арбуз, политый оливковым маслом с кусочком овечьего сыра и присыпкой из грецких орехов. Где родился, там и пригодился. Арбузы выращиваются в 96 странах мира, созревают арбузы с июня по октябрь, так что не нужно бояться июльских арбузов, в отличие от январских. Самый большой арбуз был выращен в 2013 году в штате Теннесси, в США. Арбуз весил 159 килограммов и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Арбуз пипкунос – сорт с самыми маленькими плодами продолговатой формы. Диаметр мини-арбуза составляет 2 сантиметра, а длина достигает 3 сантиметров, и по внешнему виду он скорее напоминает крыжовник. Вкус освежающий и напоминает вкус огурца. Чаще всего такие арбузы используют в элитных ресторанах мира. В мире произрастает 1200 сортов арбуза. Чаще всего арбузы делятся на 4 условные категории. Первая категория – без семян, вторая – с семенами, третья – карликовые варианты, четвертое – желтые-оранжевые плоды. Арбуз по праву считается одним из самых освежающих плодов на Земле. Он на 92% состоит из воды, а остальные 8% – это целая кладезь полезных свойств. Калорийность арбуза ничтожна – 30 килокалорий в 100 граммах продукта. И совсем не гибриды. Большинство людей уверены, что арбуз без семечек – результат гибридизации, но это не совсем так. Например, в США широко распространены арбузы с маленькими прозрачными косточками, пустыми оболочками семян. Семян же в них никогда не было, и поэтому эти оболочки совершенно безопасно можно применять в пищу. Самый редкий и дорогой арбуз в мире – сорт арбуза, который выращивается на острове Хоккайдо в Японии. Это черный арбуз Денсуке. Это переводится как «помощь рисовому полю». Кстати, стоимость такого арбуза может достигать 8 тысяч долларов. Фермеры Японии научились выращивать кубовидные арбузы. Чтобы плоды приняли квадратную форму, их помещают в специальные контейнеры. Продаются такие арбузы по 100 долларов и выше. Такие плоды чаще берут как подарок. На сегодняшний момент японские фермеры пошли еще дальше, предлагая покупателям арбузы в форме сердечек. Многие не подозревают, насколько арбуз богат витаминами. Мало кто знает, что ягода содержит витамин С. Одна чашка мякоти или, условно говоря, одна порция продукта способна удовлетворить 25% суточной нормы витамина С, а еще 12% витамина А. Витамин С – известный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами, а витамин А известен своими способностями защищать стенки сосудов от отложений холестерина. Это были все интересные факты об арбузах на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!